Доброе утро, друзья! 16 мая 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Международный день мирного сосуществования. Международный день света, учрежденный ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. День биографов отмечается в день первой встречи Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэлом. Каждый третий четверг мая на Украине отмечается День вышиванки. День памяти преподобного Феодосия Печерского. Мавра-рассадница, мавра-молочница, мавра-зеленые щи в народном календаре. Знаменательное событие. 1686 год. В Москве был подписан вечный мир между Россией и Речью Посполитой. В 1881 в Германии было открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае. В 1924 году в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». 1929 в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». Родились в этот день, в 1944-м, Дэнни Трехо, американский актер мексиканского происхождения, известный в основном по многочисленным ролям отрицательных персонажей. 1953-й родился Пирс Броснан, британский и американский актер и продюсер ирландского происхождения. В 1957 году Юрий Шевчук, советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы ДДТ. 1975 год. Родился Александр Пушной, российский музыкант, мультиинструменталист, певец, телеведущий, шоумен и актер. Этот день по лунному календарю. До 17 часов 7 минут по московскому времени тихий и спокойный день. День победы мудрости над чувствами и умом. Это и день успокоения и величия духа, день уединения, покоя, любви ко всему окружающему. После 17 часов 7 минут день таит в себе неоднозначность. Неудачен он в том, что все как будто возвращается на круги своя. И чтобы вырваться из замкнутого круга проблем, надо поработать над собой. Между тем, в нем есть и плюсы. Это один из самых социальных дней. Подошло время для проведения общественных мероприятий, групповых контактов, накопления информации. Вот такой он 18 мая 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!